Несколько раз уже в почтовый ящик приходит реклама, прям такой полоской вверху писем, что купи мощный японский бинокль Canon. Но Canon то фотоаппараты хорошие, я считаю их лучше что-то Никона. И смотрите, открыл таки эту уже ссылку, потому что бинокль, если море или на остров там Джарелгач, иметь, посмотреть, рассмотреть что-то вдалеке, это интересно. И вот они пишут, 20 крат это прилично, конечно. В детстве 8-кратный советский бинокль у знакомого был, так он приближал прилично 8 крат. А тут не 12, а даже 20 крат. Возможность крепления на штатив, мощное увеличение, ручная настройка четкости, удара прочный. Но это, конечно, не металлический корпус, как в советских биноклях был. И вот они пишут 600 гривен, цена со скидкой. Ну, не знаю, может это... Я не смотрел уровень цен на бинокли. И тут вот они, линзы, специальное покрытие, большой диаметр объектива, ударопрочность и надежность. Описание. Canon для любителей. Оптика на основе поро-призм. Ну, призмы-то мы слышали, что в бинокле там они идут несколько раз, отражают. Превосходное оптическое качество, материал оптики ВАК-4, я не знаю, что это такое. Потом, что тут, линзы с многослойным просветляющим покрытием, но это в фотообъективах есть. Там лантановое покрытие было раньше, называлось, а сейчас, может, еще новые. Идеален как для светлого времени суток, так и для глубоких сумерок. Металлический. Металлический, влагозащищен, ударопрочен, не скользит в руках, выдерживает жесткие климатические условия, высокая степень увеличения. И что тут, 0 крат, 60 крат, и что тут, нажать на 60 крат, ага, это 0 крат, а на 60 крат мы увидим близко цветочки. Ну вот эта оптика, видите, за счет чего идет сюда, потом отражается назад, потом туда. И столько линз они сюда наставили. Каждая поверхность стекла отражает до 10% света. В итоге вы видите четкую картинку. Но я в конце покажу фотографии от Canon. Мне там действительно нравится сочность, вот как они нарисовали картинку. Оптика мультикодет. Характеристики. Диаметр, вес. Что-то килограмм веса. Ну это из-за, видать, металлический корпус тянет, что килограмм веса. Ну вот такая реклама я вам показал, потому что уже надоели они в письмах вот это показывать. Там в почтовом ящике никуда не денешься от этой рекламы. Как всегда, для таких страничек отзывы покупателей, что все хорошо. И что тут еще раз напоминание. Ну, такое мы посмотрели. А вот чего я Canon так вот уважаю. Есть у меня фотоаппарат Canon A400, до этого дня еще рабочий. Еще был куплен в ноябре 2005 года. И тогда он прилично стоил, этот фотоаппарат. И тут чем он вот удивителен, тут впереди настоящая стальная пластина, такая толстенькая. И на нее крепятся вот эти все остальные части фотоаппарата. Именно вот такой вот он мощный, как говорится. Хоть и из разряда таких простых фотоаппаратов, но вот это такая сталь, вот так вот он выглядит. И тогда Canon постарался, это была первая модель в их линейке таких бюджетных камер маленьких. И у них получилось всего лишь 2,2 крата оптического зума на 3,2 миллиона пикселей. И в объективе тут идет аж 9 линз. Это потом в этих всех фотоаппаратах вы 9 линз нигде не встретите, в таких простеньких. Потом следующие модели, 410 и все остальные, пошли уже по 7 линз, где и 5 линз. А тут 9 линз идет в объективе. И доволен я им, но и сейчас то на другой более такой фотоаппарат снимаю. Но вот Canon этот вот работает, и 9 линз в объективе — это прилично. Ну вот дальше посмотрите фотографии без обработки, какие с него получаются.